Марат устанавливает. Марат устанавливает защиту. Супер крутой наш автомобиль. КамАЗ. Новую защиту. Без царапин, которая. Марат, что скажешь, эта машина долго будет ходить? Заработает много миллионов рублей? Очень долго, очень. Ходовка неубиваемая от Мерседес. А вот я убиваемый. К сожалению. И не клонируемый. Не, клонировать меня нельзя. Таких, как я, должно быть много. Должно быть много? Не должно быть много. Не должно быть. Я такой один. У нас по проценту сколько новых запчастей в этом КамАЗе? Процент соотношений? Да, я не скажу. Процентов 30, наверное, да? Процентов 30, да. От 30 до 50%, я так думаю. Нет, полтинника нет. Нет, в некоторых-то есть, где мосты Мадара. Это нет, что ли? Там же много, еще больше. Ты не спрашиваешь про мою? Нет, вообще. Здесь практически все свое. Ну, здесь ты, извини меня, машина целка такая. Это же не так часто такие машины приезжают. С пробегом 20-30 километров. Как вам такой? Вот таким образом происходит выпрямление защиты нового. Если интересно, напишите в комментариях, лайкните. Если вам понравилось подобное видео, будем повторять.